Всем привет, меня зовут Вероника, добро пожаловать на мой парфюмерный канал. Сегодня у нас такое необычное видео в неформальной обстановке, но зато самое правдивое и честное, будем с вами распаковывать мои посылки. Здесь будет люксовая парфюмерия, я-то знаю, что я заказывала. В общем, мне безумно интересно, давайте начнем. В этом будет мне помогать моя подруга Ксюша. Привет. Да, первые впечатления. Так, я взяла с работы ножницы. Вот я, распаковываем, главное себя не подрезать. Честно, вот не люблю этот шум всегда на камеру, но по-другому тут никак. Жалко, машине нажали. О, ну хоть пробнички положили. О, начинаем. Пока убираю коробочку. Все хорошо запаковано. Отправлял мне это Monami магазин. Это у нас сеть магазинов парфюмерии по Казахстану. Очень люблю этот магазин. Вот такой вот набор Живанши мне пришел. Давайте смотреть, что здесь. Вот. Блин, оформление, конечно, я вот обожаю эти коробки. Да, смотрите. А что у нас тут? Это парфюмерная вода, помада и крем для тела Живанши Irresistible, то есть который переводится неотразимый. Извиняюсь за свое произношение, но я очень стараюсь. Ну давай к самому аромату. Честно, я его вообще никогда не пробовала. Никогда. Нет, сейчас буду открывать, чтобы на камеру как-то было это видно все. Приклеили сюда, что ли? Красивый помаду такой флакон. Да, ты доставай помаду. Такой флакон граненый. Ну-ка. Я, конечно, читала ноты, я знаю, что здесь примерно будет. Она бледненькая, как будто она проявляющая. Смотри. Проявляющая помада. Покажи на камеру. Вот такая вот. Ой, мне нравится. Да? Он цветочный? Ну, здесь груша, роза. Я вот розу почувствовала, скорее всего. Немножко мускус, ирис. Ну, такой такой простой, приятный аромат. Такой. Да, я думала, он будет приторный. Кстати, о нем очень много негативных отзывов почему-то на сайте Фрагрантика. Я не понимаю, почему. Это, конечно, первое впечатление. Он ехал ко мне трое суток, то есть он так приболтался по-любому. Мне прям он нравится. Да? Да, вкусно. Даже мне нравится. Да. Не, ну вообще, в принципе, даже мне те твои Живанши тоже понравились. Вообще, Живанши мне нравятся. Я себе новые эти руж закажу, Элинтердит. В общем, он так же пахнет. Так же пахнет. А помаду обязательно протестирую, скажу вам. Но знаете, помада, парфюм 50 мл и крем мне вышли по очень выгодной цене. Были скидки 50% на эти наборы в честь Дня Учителя. Вот так вот приятненько. Ладно, ложим его на место. Конечно, я бы его еще крутила и крутила у себя в руках, но... Так, это потом, все. Держи вторую. Дальше. Давай. Что у нас в этой? Я подозреваю, что мне не все пришло. Потому что я в один день заказывала 3 аромата. Посмотрим, что здесь. Кстати, пробники потом протестирую с вами. Я даже не смотрела, что там. Не хочу сильно затягивать это видео такое. Нет, давай я подрежу. То ногти. Три слоя. Так. О, классно они мне положили вот такие пробники. И Idole Lancôme, и Jimmy Choo Floral. Очень приятно. Отлично. С вами потестируем. А, тут, смотри, то же самое. А здесь тоже Idole и Valentino. Valentino. Показываю на камеру. Такие вот. Да. С вами потом потестируем. Да, сюда. Да. Так. Они мне не все прислали, кстати. Одного парфюма я не вижу. Наверное, скоро будет. Ой. Так, пойдем. Ищу, чем оторвать. Мне должен был еще прийти Герлен Шалимар Суфль. Вот его нету, кстати. Он, наверное, придет потом. Я заказывала. О, какая коробка. Герлен. Красиво все сделано, конечно. Очень. Может, свет включить машине? Угу. Да, вон тебе что-то. Свет в машине, конечно, не вариант у меня есть. Давай, открываем. Открываем. Давай, пусть помогай мне открыть коробочку, чтобы это все было видно. И вот что мы видим. Это Mon Guerlain Intense версия парфюмерной воде. Вот такая миниатюрка, 10 мл и крем. С ними тоже не знакома. Это Intense. Одинаковые, да, получается, духи? Да. Да-да-да, и там, и там. Миниатюрки тоже одинаковые. Такой вот красивый флакончик. Мне прям нравится. Давай, аккуратно. Не могу. Ладно, сейчас посмотрим. Так, на другую руку тестируем. На Ксении тестируем, ладно, так и быть.
пустые пшики были. Он должен быть сладкий, я так подозреваю. Такой, больше унисексу. Унисексу, но он восточный, древесный, поэтому нам кажется, что он даже может к унисексу, да? Лаванда здесь, лавандой пахнет. Да. Мандарин, бергамот, ванилька. Ну, приятный аромат, нет, я с ним вообще не знакома. Тут еще цветы какие-то. Нет, я с ним не знакома. Кстати, вот Монгерлен, я, по-моему, первую версию, может, и пробовала, а так я к ним особо не подходила. Ну, неплохой, неплохой. Как бы Герлен мне все равно нравится, хороший парфюм, миниатюрку мы никак не можем отсюда достать, она так хорошо сидит здесь. Это что-то. Ну, приятные, да. Вот это я не могу достать. Угу. Сверху, может быть, да. Ну, ладно, не суть, короче. Они вот то же самое, да? В общем, девочки, вот такая у нас распаковка, вот такие вот парфюмы, такие вот наборы. Ну, что я хочу сказать? Сейчас я их поношу, разношу и сниму вам вообще свое мнение, как они мне понравились или нет. Первое впечатление, мне все понравилось. И слава богу. Жду прям Шалимар Суфли. Я расстроилась, что он не пришел. Потому что я сделала заказ утром, вот эти два набора. А вечером добавила еще суфль, решила заказать все-таки 50 миллилитров. И мне его не отправили. Хотя, не знаю, видимо, собирали заказы, наверное. Вот в разное время? Да, в разное время. Хотя один тот же магазин. Могли бы отправить сразу, видят же. Еще могли бы мне Эллинтердит положить, хотя бы пробник Руш новый, я не знакома с ним. В общем, вот такое вот спонтанное видео с моей подругой Ксенией, с которой была со мной на слепых затестах. Кто не видел, обязательно посмотрите, пишите свои комментарии, как вам такой формат видео. Ну, мне кажется, так необычненько иногда можно снимать. Прям такие влоги я не снимаю никогда. В общем, пишите свои комментарии. У кого есть этот парфюм, рассказывайте. Мне очень нравится вообще. Все, всем спасибо и пока-пока. Пока. На сиденье машины у блогера, парфманьяка и шмотницы. И Ксюха. Да, мы приехали, короче, на работу. Все, пока.